Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Сегодня у меня вот такой вот завтрак. Завтраки у меня бывают разные, разнообразные. И если вам что-то не показывают, то просто или нет времени, или забыла снять. Так, что у меня тут? Витаминки буду пить. Вот такие вот wellness мультивитамины. Рыбий жир. А кофе у меня налито. Ну что, всем приятного аппетита. Давайте будем завтракать и позитивно начинать день. Ну что, девчонки, я тут решила осваивать посуду Цептер. Вот такая штука. Нарезала капусты. Я почему-то, у меня давным-давно уже это кастрюлька, или как это называется, сотейник. У кого, кстати, есть кастрюля Цептер, напишите. И я почему-то не особо с ней сдружилась. Ну, вообще, вот пробовала тут на днях в ней картошку жарить, но не то, что мне нужно получилось. Ну, в общем, не знаю пока для чего. Она годна в моем случае. Так, в общем, закрываем. Здесь такой вот датчик, который... Я посмотрела много роликов. Напишите, кто пользуется. И значит, это вот холодное, в общем-то, среднее и горячее. Когда будет на стыке, я так как поняла, зеленого и красного, можно уже будет выключать. И так как здесь очень такое толстое дно, будет доготавливаться и томиться, как в печке, как, в общем-то, да. Вот, и еще напишите мне, кто чем моет такую кастрюлю, вообще хромированную. Я сейчас покажу, чем я пользуюсь. Так, переместимся. Я вообще для хромированной, у меня и эти кастрюли Тефаль, и они полностью хромированные. Я вот таким вот кремом для чистки от Faberlic пользуюсь. Вот у меня его, ну так, скоро закончится. Ну, в общем-то, им. Ну, не знаю, не особо хорошо все это, конечно, удаляется. Вот здесь вот готовила картошку до этого. Все равно, видите, что-то не отмывается. Поэтому хотела у вас спросить, чем вы пользуетесь. Ну, вот у меня вот такой вот, в общем-то, крем. Так, ну что, я включила. Ручки не нагреваются здесь, как бы там с той стороны пластик. Вот такая вот кастрюлька, такой вот гаджет. И еще к ней нужно маленько приспособиться. Хочу, чтобы у меня там потомилась, в общем-то, капуста. И, в общем, будет такой вот, так скажем, гарнирчик. У меня сейчас происходит полив от орхидей. Вот эта орхидея цветет. Ну, что-то стали вянуть цветы. Скорее всего, влаги не хватает. Так, сегодня я поливаю вот с таким вот удобрением, цветочный рай для орхидеи. Но у меня, кстати, оно закончилось. Пока повторять не буду, хотя оно мне понравилось. У меня есть другие. Все равно у всех средств есть срок годности, и поэтому, конечно же, нужно все заканчивать до конца. Я люблю вот такое, знаете, осознанное потребление, когда ты покупаешь, до конца используешь. Положу эту баночку в пустые баночки и буду рассказывать видео о пустых баночках. Все-таки это относится к бытовой химии, и тем более я знаю, что у меня много любителей цветов. Поэтому кто не увидит во влоге, увидит в пустых баночках и тоже возьмет себе на заметку. Очень бюджетное, недорогое вот такое вот удобрение. И у меня, я вам показывала, был один цветок, а теперь, посмотрите, уже несколько открылось. И вот следующий у меня стоит на то, чтобы поставить сюда в тазик, чтобы у меня цветочек попил. В общем-то, вот такая вот красота. Красивенькая. Здесь поменьше цветок, но, в общем-то, очень красивое такое. Красивое сочетание цветов. Мне очень нравится такая расцветка. Красота. Очень радует. Очень радует. Thank you.
Полив, и это уже полив орхидей, миничек происходит. Мы погуляли, зашли в Пятерку, решили взять мороженое, Кузю шоколадное, а к мороженому батон, потом еще сырочки, потом еще сыр, еще сырочки. Так. И Илья сырочек не захотел, сказал, на желе, колбаски, сервелат какой-то ориентовский, по-уральски, так, и яблоки, сейчас достану, оп, все падает, вот, и вот такие вот яблоки взяла, так, еще туалетную бумагу, ну и все, собственно говоря. Надо последнюю уже орхидейку доставать и завершать на сегодня с поливом орхидей. Потому что это занимает обычно целый день, все равно долго. Вот это хотя простояло вообще долго. И знаете, хотела вам показать, сейчас покажу. У нее так выросли корни. Смотрите, как выросли корни. Прям вот такой корень вырос из горшка. И, в общем-то, если там есть в поддоне вода, он прям любит попить, нравится попить. Вот, в общем-то, минички бы пересадить, конечно, из стеклянных вот эти вот горшки, но так еще дело и не дошло, поэтому подумываю, может быть, пересадить, будет объем побольше, грунта побольше, ну, не знаю, как вариант, можно пересадить, а можно не пересаживать. Вышли гулять. Он так ветрено. Ветер холодный. Миллион лет на качели не качалась. Качаюсь на качели, пока там Максим ведет фото или видеосъемку. Качающегося медведя на качельке. Сейчас вам покажу. Чуть-чуть я попросил. Смотри, что прям еле-еле качалось. Еще мини. Все, выходи. Вот так вот. Идет процесс. А я качаюсь, видите, как прекрасно. Что это было? И медведь качается, и я качаюсь. Вот так и гуляем. У нас садик. Сказка. Садик, сказка. Вот. А вообще сейчас пойдем в магазин.
покупать. Там по списку я уже все написала, все, что нужно купить к Пасхе, чтобы сделать творожную Пасху, чтобы спечь куличи, вот творог там, что там, курага, что-то изюм, вроде ванилин. Есть ванилин, сахар, в общем, все вот это вот, чтобы купить сегодня, чтобы завтра не ходить. Вот. А у Насти вот списочек. Что? Списочек не забыли? Самое главное, последние два пункта надо прочитать. Так, какие же это последние два пункта? Так. Глазурь голубая, розовая, наклейки. Человек-пауком. Да. Самое главное, вот списочек. Остальное вроде есть. А, ну и так, еще продукты по мелочам. То, что... Мы вернулись наконец-таки домой, потому что обошли и гуляли, и обошли столько магазинов. В общем, покажу вам интересные покупки из магазина FixPrice. Кое-что купила, в общем-то, к Пасхе. А, нужное, необходимое, там кое-что новенькое, кстати. И что там еще были в такой интересной пятерке, которая после реконструкции, что ли, там вот уже переделанная, кстати, наша, которая около нас тоже закрылась на реконструкцию. Наверное, будет что-то интересное, не знаю, посмотрим. Вот, ну и в общем, что, давайте будем смотреть, что же ну я что, взяла. Вот у меня два таких больших пакета. Илюх тут суп уплетает. Приятного ему аппетита! Да ладно, засмущался прям парень. Так, ну что, давайте будем смотреть. Так, купила я коты. Это вот такой расходник, значит, ну, ватные диски. Потом, смотрите, какие появились. Со вкусом апельсина. Трелли-вилли. Свежий хлеб. Ну, в общем, что-то такое интересное взяли. Изделия бараночные, короче, баранки со вкусом апельсина. Вот так сделаны. Интересно. Так. Дальше. Купила я вот такой вот набор силиконовых форм. Значит, набор форм для кулича. Здесь три формы разных объема. 1,8 литра, литр, 0,4 литра. В общем, бумажные мне не достались, как в прошлом году покупала. Но, в общем, купила вот такие. Хотели глазурь купить. В общем, глазури нету. В FixPrice в пятерке нашей тоже нету. Не купили. Так, в общем, вот. Следующее, что взяла вот такие вот оливки с перцем чили. 27 рублей стоит в FixPrice. В общем-то, это самый дешевый вариант. Посмотрела тоже в роликах у девчонок, там видела в пятерках или где-то там 127 стоит, здесь вообще 27 рублей. Так, потом жидкость для розжига Максим взял. Вот такого вот древесного угля. Парафин. Не знаю, сколько стоит. Правда, такая крышка не очень-то удобная. Но, в общем, взял в FixPrice. Потом он дезодорант для обуви взял вот такой вот, потому что только он им и пользуется. Так, еще я взяла вот это вот молоко по 18, что ли, оно рублей для кофе. Хорошо идет. Потом новенькое, что, смотрите, это вот такая вот силиконовая подставка, сушилка для посуды. Размер 35 на 18 сантиметров, подставка сушилка для посуды. Были еще темного цвета, была вот такая вот красная, что я не стала красную брать, хотя можно было. Вот решили почему-то вот такую кухонную гарнитуру, в общем, решили ее взять. Вот она вот такая вот. Поставить какие-то кружечки, что-то помыть и, в общем-то, убрать. Это вообще новинка. Тут плавно сдвигаю. Потом, теперь все. У нас будут покупки с вами из пятерки. Так, взяла курагу, он там на вес продается. Это чтобы печь кулич.
или для это, ну, в общем, нужно мне. Потом вы мне, спасибо, рекомендовали лаваза, вот такой вот кофе. Я, кстати, его не пробовала. Знаю, что есть еще и в железных банках, в мягких упаковках, ну, то есть кофе разное. Взяла вот такой вот лаваза кофе. Так, где тут у нас? Какого оно у нас плана идет? Ну, в общем, не знаю. В общем, не знаю, вот. Да, идеальная симфония, уникальная композиция, зерен арабики, тщательно отобранных искусственно смешанных. В общем-то, какая, непонятно. Дальше. Так, лимонную кислоту. Вот такую взяла. Потом какой-то вот в этой вот пятерке. Там прям хлеб пекут. Я не знаю, с Максим с Настей выбирали. Выбрали какой-то хлеб с кусочками оливок, что ли. Они мне что-то рассказывали. Потом еще вот такой. Я вообще не знаю. Насти нету, я не могу вам рассказать. Максим, а что это за хлеб-то вы взяли? Ну, я поняла, из пекарни. В общем-то, такой-то какой-то. Ну, он тоже. Так, это я взяла изюм на вес маленечко. А масло нужно мне. Значит, пачку масла сладко-сливочное взяла. И потом я взяла много творога. Это чтобы печь Пасху и кулич. Ой, я машет рукой в расстроенных чувствах. Зато будет вкусненько. Пасху и кулич. В общем-то, вот здесь получается 200, 400, 600, 800 килограмм получается вот творога. Первый вкус. Так, первый пакет у нас с вами опустошился. Так, а значит, яйцо еще купили. Потом, значит, батон утренний. Взяла вот такой вот майонез Хайнц. Вкусный майонез. Брали мы такой, кстати, в более маленьких таких упаковках. Понравился. В общем, у нас в пятерке. Так, мне сливки нужны для выпечки. Вот сливки. Потом огурцы. Так, дальше. Хайнц. Терияки соус. Вот такой вот. Сыр взяла обычный колбасный, недорогой. Потом сыр вот такой вот голландский для бутербродов. Так, это, в общем-то, шпик по-домашнему. Ну, сало, короче, одним словом. Рамкоровская колбаска вареная. Потом еще деликатесная салями. И последнее не достается, но надо доставать помидорки. Помидорки. Ну, в общем-то, вот все покупки. Мы, молодцы, с вами все разобрали. Сейчас буду все убирать. Куда в холодильник, куда что. Конечно, так, ванилин, там сахар, вот это все есть. Кофе интересно. Хочу скрыть и попробовать его, что будет за кофе. Ну, в общем, все, сейчас убираю быстренько. Все. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока.